Друзья, добрый день! Сегодня мы готовим кексы. Рецептов приготовления кексов бывает очень много. Сегодня у меня будут творожные кексы. Я взяла 300 граммов творога. Он у меня суховатый, но не зернистый. Сюда мы отправляем 4 у меня маленьких яйца. Если крупные, берите 3. Также 3 щепотки соли. Кладем ванилин или ванильное масло, как у меня, или ванильный сахар и подготовленный сахар. Все это перетираем в крем. Сюда отправляем растопленное сливочное масло. Пропорции все будут указаны под видео. И продолжаем смешивать. Теперь мы пропускаем через сито муку и разрыхлитель. Все хорошо соединяем. Подготовили тесто, выкладываем сюда. У меня сегодня сушеная вишня. Я ее промыла, просушила полотенцем бумажным, и она у меня готова к работе. Сюда можно класть и кусочки шоколада, и изюм, и чернослив. Ну, сегодня у меня сушеная вишня. Перемешиваем. Тесто готово к работе. Отставляем в сторонку. Я взяла противень. На противень выложила бумажные формочки под кексы. И наполняем формочки тестом. Друзья, прошло у меня 40 минут. Я достала из духовки кексы, остудила их полностью. И теперь их можно присыпать сахарной пудрой. Их получилось у меня 9 штук, и они крупные. Берем сахарную пудру и через ситечко присыпаем каждый кексик. Один кексик я порезала. Вот что у нас получилось в срезе. Он мягенький, вкусный. Подаем на тарелку. Они получились очень ароматные, нежными, и в тесто входит творог. Готовим чай или кофе, или наливаем молока и наслаждаемся. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и пока-пока!